Эдуард Баячора, голкипер футбольного клуба «Химки». Ваш краткий комментарий по игре. Комментарий такой. Сложный матч. Сложно подобрать слова какие-то. Хотели победить, были моменты, что реализация подводит. Знаем, будем дальше работать, посмотрим. Вы сегодня совершили несколько сейвов, но опять команда не забила. В чем надо прибавить, чтобы выиграть следующий матч? В реализации. Я готов вообще пропускать 5 мячей, если мы будем забивать 6, понимаете? В реализации, не знаю, надо работать. Главное, предпосылки есть, а там посмотрим. Мы не отчаиваемся и работаем дальше. Спасибо большое.